мне кажется, многие из нас еще в 2014 году удивлялись, откуда у Путина вот это ощущение, что Крым – это колыбель русской цивилизации, священное место. И вообще многие наши соотечественники не понимали, почему обязательно нужно возвращать Крым в родную гавань. Это же не как Косово для сербов. Это совсем какая-то другая территориальная субстанция. Но вот для Путина у него он прошел другой путь. Но и в целом, если мы посмотрим на традиционный российский имперский нарратив, он во многом построен на подминании под себя Украины.